ямы в руки и латать. Жители Петропавловска самостоятельно засыпают выбоины на трассе, пока дорожники бездействуют. Многие автомобилисты по пути в Ленинский район ежедневно разбивают свои машины, попадая в ловушки на главной. Виной всему глубокие ямы, которые встречаются на проезжей части. Одна из них длительное время успешно существует на Океанской и создает немало проблем. В частности, царь дыра в асфальте пробивает колеса техники, портит бампера и подвеску, царапает днище машины. Ставить запаску люди порой вынуждены прямо на дороге. Как сообщают подписчики телеграм-канала ДПС «Контроль Камчатка», на протяжении всей Океанской есть и глубокие ямы, которые дорожные службы не спешат устранять даже самым простым способом, огородив их знаками. Такая яма на Океанской. Сегодня здесь несколько машин оставили свои колеса. Дорожники не спешат их ямы. Терпение закончилось у жительницы микрорайона, которая устала ждать действий со стороны дорожников. Она сама вышла на ямочный ремонт, чтобы хоть как-то обезопасить свой автомобиль. Девушка засыпала несколько ям привезенным на место песком. Сами заделываем ямы в бывшем Ленинском районе на улице Океанской. Ежедневно сюда попадают автовладельцы, порчат свое имущество, это автомобили. Вот впереди вы можете видеть... Жертвы этой дороги неоднократно писали жалобы, все это зафиксировано сотрудниками ГИБДД, поэтому вот мы сами вышли на ремонт дорог, пока дорожники бездействуют. Отмечается, что только за последние несколько дней в одну из таких ям угодило много водителей, серьезно повредив свои авто. Встреча с такой выбоиной не сулит ничего хорошего. Кто должен нести ответственность за халатность рабочих служб и повреждения автомобилистов? Большой вопрос. Добавим, по данным мэрии, в ближайшее время дорожные службы приступят к ремонту аварийных участков, требующих срочного восстановления. В краевом центре уже 2 года подряд ранней весной применяются технологии, позволяющие закрывать наиболее глубокие ямы до вхождения в дорожно-строительный период.